Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости «Дома-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На недавнем ток-шоу с проекта голосованием выгнали сразу 4 участников. Дом-2 покинули Оля Ямайкина, Настя Зубова, Рома Баранчук и Даша Иванова. Стас Дегтяренко, который строил отношения с Настей, за ней не ушел. Дарья написала в своем микроблоге: «Дом-2 – это волшебное место, где люди проходят через бурю эмоций, проверок и ошибок. Я рада, что побывала в этом месте. Дом-2, спасибо за все». Маша Кахно считает, что она больше нравится Никите Кузнецову, чем Дарина Маркина, а негатив Никиты к ней – это проявление симпатии. А Никита сообщил, что уже через 3 дня он с Дариной отправляется на Сейшелы. Иосиф Оганесян спрашивает совета у своих подписчиков. Вот что он пишет про Сашу Черно: «Я принимаю ее такой, какая она и есть. Но хотелось бы, чтобы она сама чувствовала себя увереннее. Стоит ли худеть Александре или поменять стиль в одежде?» Катя Жужа стала новой ведущей на Доме 2. «Теперь мы с Бородиной работаем в паре по субботним ток-шоу». Саша Гозиас написала хамский пост в адрес Маши Кахно. Подписчики рассказали Гозиас, что ее обсуждали в недавнем эфире. Гозиас написала: «Маша, да ты алкашка, которая даже утром пьет чай с коньяком. Тебя муж бросил, так как у тебя были беспринципные связи. Благодари родителей, что они хоть что-то дали тебе. Ведешь себя как ше, пытаешься встать на мое место, но хрен тебе, кишки слишком тонкие. Смотрю, распустились там совсем, зверинец недоделков. Приду, головы посношу». Маша Кахно ответила достойно: «Я никогда не стремлюсь занять чье-то место, особенно твое. Внутри я добрый человек, и во мне нет столько злобы. Живи своей жизнью, не пиши вещи, которые не являются правдой, и помни, незаменимых людей нет». В социальных сетях появилось развратное видео с участием Ангелины Татишвили. Это видео вполне может конкурировать с портфолио известной своим постыдным прошлым Ольги Рапунцель. Татишвили дала комментарии: «У каждого из нас есть что-то такое, что не хотелось бы рассказывать никому. Прежде чем осудить другого, вспомни, что у тебя было в жизни и за что тебе стыдно. Я хочу напомнить людям, что мы все грешны». Несколько дней назад Вика Комиссарова, Антон Шоки и его приемная мама Оксана Яковлева провели видеотрансляцию. Антону удалось не просто помирить враждующих женщин, но и затащить обеих в одну постель. По крайней мере, Яковлева и Комиссарова были лишь в одном нижнем белье с вином в руках, и они мило общались. Элла Трегубенко пожаловалась подписчикам на своего мужа. Оказалось, отношения у них в паре очень странные. Игорь может совершенно спокойно перестать отвечать на звонки супруги. И ей не остается ничего другого, как попробовать достучаться до Игоря через социальные сети. Она сообщила мужу через Инстаграм, что ушла с девочками в бассейн и вернется поздно. Элла вместе с Ириной Александровной Агибаловой и Натальей Бичан приняли участие в модном показе. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.